ММА – один из самых популярных видов боевых искусств в мире. Хабиб Нурмагомедов – один из самых известных бойцов ММА в мире. Битва за Кипр – первый международный турнир ММА на Кипре, специально на который приехал непобедимый Хабиб Нурмагомедов. Турнир прошел при поддержке журналов «Стиль жизни» и афиша «Cyprus». Официальный медиа-спонсор Russian TV World. Приветствую зрителей Russian TV World. С вами передача «Кипр Today». Меня зовут Виктория Пай. Сегодня мы находимся в Монте-Капуто на одном из самых важных спортивных событий года. Battle of Kypros. Вот здесь, в этом шестиугольнике, сегодня будут бороться за победу 16 выдающихся бойцов смешанных боевых искусств ММА из Кипра, Греции, России и Узбекистана. Это первое подобное мероприятие такого уровня, которое будет проводиться на Кипре ежегодно. А какие боевые искусства? Майтай. А за кого здесь будешь болеть? Мы за Хабиба. Мы не знаем вообще, кто будет драться. Ну, вы не видели в объявлении? Нет. Нет. Ты видел? Нет. Ну, вы, в общем, всем сердцем за Хабиба, да? Да, да. Скажите пожелание Хабиба, пожалуйста. Чтобы он продолжал выиграть всех и остался непобедимым. Скажите, а вы знаете вашего соперника? Знаю. Да? А сильные, слабые стороны? Очень сильный. Да? А слабые стороны его знаете? Проработали как? Нет. Нет? Нет. А на что вы будете рассчитывать вот в течение боя? На свои силы или как? Уповать на Всевышнего, конечно же. А так, да, конечно. Тренируется. Каждый тренируется, чтобы выиграть, естественно. И он хочет выиграть. Он такой же достойный соперник, как я.
Ничего личного, просто спорт. Скажите, пожалуйста, пожелания вот всем бойцам. Всем бойцам? Да. Здоровья, да, и чтобы гонорары были хорошие. Это да. Правильно. The fight's it's down with the CMAF, Cyprus MMA Federation. Okay, we are judges here. We have the Ambassador of Cyprus. It's athlete from Cyprus, Yannis Balamanidis, and one athlete from Greece. And we have them burnt down. And after we have eight fights. Pro fights. Mm-hmm. And our special guest, Khabib Nurmagomedov. Зрелищно. Каждый боец изо всех сил боролся за свою победу. Победили лучшие. Желаю вам мира и личных побед. До скорых встреч!